Совсем недавно на улице Говорова, 52, рядом с жилым домом, были открытые люки. В такую ловушку попадают взрослые, дети и животные. А самое главное, что это был не единичный случай в Одинцове. А все потому, что трое злоумышленников делали на этом бизнес. Снимали и продавали металлические крышки люков, не задумываясь о последствиях. Кражу заметили местные жители, а с заявлением в полицию обратились представители ЖКХ. Общая сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое граждан ближнего зарубежья от 20 до 34 лет. В отношении подозреваемых следователям Следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело, предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Управляющая компания быстро среагировала и закрыла колодцы новыми крышками. Ну а любителям канализационных люков грозит лишение свободы до 2 лет. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».